Партнер проекта – торговый центр «Мачта». Универсальный магазин полезных покупок для вас и вашей семьи. Выгодные цены, приятные скидки и большие распродажи. Порадуйте себя и своих близких. Создаю, это, как говорится, елка под Новый год, конечно, гирлянды, хлопушки. Но готовим подарки друг другу, готовим подарки. И, как говорится, намечаем планы на новогодние праздники, выходные, чем будем заниматься. Мы пригласили Деда Мороза. Сегодня он будет поздравлять детей. Новый год, праздник детства. Волшебный праздник, который... Это даже не как день рождения, это... Он длится целый месяц. Нет, оно еще придет через неделю. Тогда и будем создавать. Сейчас еще очень рано, потому что все заняты. Чтобы создавать новогоднее настроение, надо было, чтобы для кого-то создавать. А пока все заняты своими повседневными делами. Готовлю разные новогодние печеньки. Они очень заряжаются позитивной энергией, фотографируют это все, радуются, благодарят меня. И сами также устраивают какие-то сюрпризы мне. Конечно, и смотрим, и гуляем. То в городе устанавливают и елки, и гирлянды. И когда помимо дома видишь то, что тебя это окружает, это очень радует и приподнимает настроение. Скоро буду создавать, стараться вообще создать новогоднее настроение, чтобы у моих близких, родных оно было максимально позитивно. Ну, праздник как праздник. Что, у меня нет такого детского желания, там, чтобы он поскорее наступил там, и так далее. Как будто что-то изменится с этого Нового года. Ну, конечно, создаем. Наряжаем елочку, покупаем подарки. Это очень важно, тем более, когда много детей. Как-то взрослые, они, может быть, и могут прожить без праздника, а детей без праздника оставить, это, я считаю, большое преступление. Тем более, когда их много. Готовлюсь, покупаю подарки, делаю приятные какие-то поступки. Чем раньше у нас будет предчувствие, предвкушение наступающего Нового года, чем раньше лучше настроение хорошее, тем положительнее мы и праздничнее встретим Новый год. Все общагой пытаемся его создавать. Делаем елочки из подручных материалов, дарим друг другу подарки, устроили тайного Санту. Новый год, пожалуй, это праздник самого человека. То есть, если ты сам для себя не создашь настроение Нового года, Нового года не получится.